Вечером 26 мая в Чебоксарах с балкона 10 этажа выпал 2-летний ребенок. Малыш погиб. По предварительной информации, ребенок остался в одной из комнат без присмотра взрослых. Прокуратура Чувашии по данному происшествию организована проверка, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей и иных лиц, которые не обеспечили безопасное нахождение ребенка в данной квартире. Проверка, проводимая следственными органами, также взята на контроль органами прокуратуры. К сожалению, это уже далеко не первый случай падения детей из окон квартир и домов в текущем году. Всего зафиксировано уже 12 таких фактов, что в разы больше, чем за 5 месяцев прошлого года. В очередной раз хотим обратить внимание родителей на то, что открытое окно без специальных запорных устройств всегда опасно для малолетнего ребенка. Тем более, если рядом с ним стоят стулья, кресла или столы, на которые без проблем сможет взобраться ребенок. В этот раз именно так все и произошло. Жители республики просим не оставаться в стороне. Если вы увидите детей, находящихся рядом с открытыми окнами, немедленно сообщите в полицию по телефону 02 или 112.